Привет всем! Сейчас будем мариновать шашлык с коньяком. Нам понадобится шашлык шейка, масло подсолнечное, перец, соевый соус, соль, сахар и сам коньяк. Я уже здесь все нарезал. И лук полукольцами, и шейку где-то в районе 1,5-2 килограмм, две луковицы. Первым делом мы начинаем лук солить. И нам надо его помять. Валится. Все разваливается. Так, дальше. Солим шашлык немного. И перчим. Дальше берем посудину, выкладываем на дно лучок, мясо, опять лук. Соли здесь в мясо много не надо. А, забыл посластить. Сластим мясо. Много не надо. В районе столовой ложки, наверное. Думаю, достаточно будет. Это три маленьких. Сахар здесь, ну, совершенно не помешает. Столовую ложку в итоге без горки. Дальше. Опять лук. Опять мясо. Опять лук. Опять мясо. Делается быстро. Видите, как я, не стараюсь. Ничего страшного, даже хорошо. Убираем. Теперь нам надо сделать маринад. Делаем на глаз. Коньяка 50 грамм примерно. Ну да, 50 грамм. Так, масло 3 столовых ложки. 4, 3-4. Соевый соус в районе 100-150 грамм. И перемешиваем. Вводим в маринад. Смотрите, у нас все это дело утонуло. И накрываем крышкой. И каждые полчаса переворачиваем. Через час, через два, два с половиной. Шашлык готов, можно жарить. Шашлыки наши готовы. Румяные, сочные, вкусные. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Приятного аппетита всем. Пока.